Всем привет, вы на канале 7Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2, и сегодня мы очутились на вдове, да, наконец-таки я дошел до вдовы, и, конечно же, хотелось бы победить первого, а может даже и второго телохранителя босса, а именно вдовы. Ну и, конечно же, после того, как я это сделаю, я прокачаю свою броню и посмотрим, что у меня получится сделать. Возможно, пройду еще пару турниров, либо испытаний, а возможно, мы на этом и завершим данную серию. Что ж, конечно же, нужно переходить на вдову. Что ж, жмем на вдову, легко, 374 тысячи мы получим, если, конечно же, победим, и я надеюсь, это у меня получится. Ирбис, вдова моя богиня, я бы отдал все на свете за ее улыбку. Я видел, как ты на нее смотришь, ее лицо будет последним, что ты увидишь. Что? Блин, я с вдовой, конечно, хотел сыграть. Точнее, с вдовой, с Ирбисом, да, все правильно. Все правильно, это я что-то попутал. Что ж, мы играем против Ирбиса, либо Ирбиса, вроде Ирбиса. Ну, ладно, посмотрим, что у меня получится сделать. Ух ты, снег, все дела. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получится сделать. И как вы видите, первый урон был нанесен, он блокируется. Делаем откат, скорее всего, сейчас пойдет на нас сюрикен. Отлично, ух ты, вот здесь вот я не заблокировался, ну ладно. Ну, окей, ладно, наносит урон. Так, отлично. Иди сюда, оба, блин, хочу подножку ему подставить. Замечательно, сработано неплохо. Вот такой вот удар и последний. Добили, отлично. 1-0, пока что 1-0, но я думаю, что и 2-0 не за горами. Я думаю, мы победим. Что ж, я, кстати, прокачал себе магию, и давайте на нее глянем. Смотрите, какая молния, отлично. Что ж, теперь можем, конечно, подходить к нему. А он своими сюрикенами будет и дальше метать. Так, отлично. Так, надо его споймать. Ух ты, вот это да, сработала новая защита. Точнее, разлом щита. Имеется в виду, когда он в блоке, я могу его просто сломать. И это 10%, по-моему, шанс. Ну, как вы видите, сработало. Это хорошо. Что ж, блин. По тебе урон нанеси, стоп. Так, так, так. Отлично, прыжок, не достали, еще один, да блин, хватит перекатами своими заниматься, нет, 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 тихо, победа, фу, хорошо. А то я уже не знал, что сказать, если честно, потому что мы как-то с ним долго возились. Гораздо быстрее нужно было это сделать, но ничего страшного. Я просто пытался и ногами играть, и какие-то комбо совершать, ну, как вы меня просите. Но, как вы видите, пока получается все очень-очень хреново. Хотя я уже на вдове, и следующим будет уже Сёгун. Я пришел сюда за наживы, но вдова зажгла свет в моей душе. Теперь же я оказался недостойным. Я не заслуживаю ее внимания. Проныра, не могу выбросить из головы ту прекрасную незнакомку. Стоит мне закрыть глаза, и ее образ встает передо мной. Я потратил все свои деньги на подарок для нее. Эти прекрасные изумруды скажут ей о моих чувствах. Постой, что ты сделал? С тобой все в порядке? В порядке? Нет, не в порядке. Что происходит со мной? Я теряю рассудок. Что это было? Какого фига он теряет рассудок? Но мне кажется, это уже не важно. Отлично, 27 уровень у нас уже есть в кармане. Изгой, ахаха, ну ладненько, ты у нас кто такой? Что есть при себе? Хочешь, я разнесу тебе голову своей курисигикамо? Чего? Чем он разнесет голову? Давайте-ка зайдем в магазин. Пока что, как вы видите, безумно, но я могу уравнять шансы. Я уверен, что я могу это сделать. Так, отлично. Давайте-ка попробуем уравнять сейчас шансы. У меня есть миллион. Я не хочу эту булаву покупать. Она меня бесит немного, честно. Вот, ну, блин, что я с ней буду делать? А, ладно, неважно. Может, оружие вот это вот приобрести за 970 тысяч и качать его дальше? Потому что я булаву не хочу эту. Она не для меня. Я чувствую это. Блин, даже не знаю. Хотя, может... Давайте-ка попробуем так. Я прокачаю броню. Отлично, заказать. Ждать, давайте подождем. Я прокачаю броню и прокачать, что у меня еще получится. А вроде бы все. А, вот, еще сюрикены могу качнуть. Давайте качнем их. Ну и сейчас посмотрим, что у нас получится сделать. А на вот это вот оружие, которое у меня на данный момент есть, я его зачарую, если у меня получится. А у меня, к сожалению, это не получится сделать. Блин. Требуется 2655. А если средний, тут вообще 3000. О, да-да-да-да, не подходит. А может получится... Ну, броню я не знаю. Может броню получится зачаровать. А, шлем.
Со шлемом тоже все очень и очень плохо. Ну что ж, давайте подождем эти 5 минут, пока будет создаваться наша броня. Ну и после этого, конечно же, продолжим. Что ж, остается всего лишь 35 секунд. И, конечно же, после этого позолоченная броня окажется у меня на моей тени, скажем так, да. И, конечно же, мы попытаемся сразить того чувака, который на нас решил напасть. Но я не знаю, кто это такой, поэтому будем сейчас смотреть. 17, 16, 15 секунд. И, конечно, хотелось бы мне приобрести сейчас 100 монет, но почему-то не 100 монет, а 100 кристаллов. Но почему-то не получается это сделать. Мне пишет, что как бы выбранная валюта не поддерживается. Ну, что поделать. Ладно, как есть, так есть. Твой заказ готов, позолоченная броня. Давайте наденем ее. Отлично, неплохо смотрится. Кстати, я ее мог прокачать, я взял 200 тысяч монет, на магию потратил. Ну, что сделано, то сделано. Давайте перейдем и посмотрим сейчас, что у нас. Может, на среднем? Нет, все-таки все равно безумно. Но давайте в бой, почему бы и нет. Подожди, разве ты не видишь, насколько сложным будет для тебя этот бой? Далее, тебе следовало бы посетить магазин, если ты надеешься держать вверх над этим противником. Я бы посетил магазин, если бы было что там покупать, но на мои 40 тысяч приобрести ничего не получится. Поэтому что ж, будем надеяться на лучшее. Что ж, давайте попробуем сразить его. Вот так вот, первый удар за нами. Вот такой вот поворот, отлично. Блин, все-таки он нас сейчас положит. Нет, нет, он нас не положит. Так, все хорошо, пока что. Давай, давай, давай. Давай, блин, стоим, ставим блок. Отлично, неплохо сработано. Вот так вот, положили. Не-не-не, что ж ты делаешь, что ты делаешь. Блин, я ж не то сделать хотел. Зачем он ногу поднял, ё-моё. Так, 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 надо схватить. Ах, промахнулся. Давай, давай, вот, вот, вот так вот. Вот так, давай, ставь блок. Ставим блок, отлично. Блин, он все-таки ногами бьет. Так, давай, 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 блин. Надо его, отлично. Обездвижить немного. Давай, отлично, отлично. Положили, нет, не положили еще. Все, счет 1-0. Фу, осталось еще один раз его победить. Надеюсь, у нас это получится сделать. Так, опять же нападаем таким образом. А, да, напал. Напал я таким образом. Отлично. Отлично. Давай, давай, давай. Блин, все-таки он удар ногой сделал. Так, так, так. Отлично. Нет, нет, уклоняйся, уклоняйся. Сейчас молния будет. А нет, хорошо, хорошо, сработано. Блин, вот так и знал, что молнию выпустит. Так, так, блин. Быстро он лег как-то, ну ладно. Победа! Фу, счет 2-0. На безумном мы победили его, отлично. Изгой пройден, мы получаем какое-то новое оружие. Неплохо, 25 тысяч монет. Фу, мне казалось, что мы проиграем, но нет, все-таки мы выдержали, выдержали этот бой и, конечно же, победили. Ты выиграл? Надо же, было весело. Держи мою кусаригаму, а я пойду откручивать голову местным на недотепом голыми руками. Ахахаха, отлично. Круто, просто круто, но главное то, что мы, конечно же, победили. И что ж, у нас есть новое оружие, надеюсь, оно будет получше. Да, оно будет гораздо лучше, чем было предыдущее. Отлично, надеть, конечно же. Что ж, вернулась моя, мой кровавый жнец, либо как он правильно называется, я уже забыл. Кусаригама, кусаригама, если говорить точно. Ну ладно, что ж, давайте попробуем сейчас, конечно же, пройти следующего телохранителя босса. А именно, так, что я делаю в подземелье? И что, почему здесь рысь у меня включен? Тайный путь, пиратский трон, да-да-да, именно. Вдова, вдова, мы можем пройти следующего босса довольно легко, потому что на нормальном он, ну вообще. Я последний из своего племени, духи указали мне путь к самой прекрасной женщине на свете. Я стольким пожертвовал, чтобы привлечь ее внимание, и не допущу, чтобы ты отнял ее у меня. Давайте глянем. Бой, я думаю, что мы победим, потому что у нас есть классное оружие, и, конечно же, его победить можно на нормальном. Что ж, смотрим, смотрим на этот бой. Фу, конечно, очень и очень жестко, мне кажется, сейчас все будет, но посмотрим. Посмотрим на то, что сейчас произойдет. Получай вот так вот, волк, я этим оружием лучше, чем предыдущим играю, потому что
Оно бьет на расстояние, а я играть люблю на расстоянии, потому что тогда ко мне никто приблизиться, по сути, не может. Так, давай-ка кинем сюрикенчика, еще лови одного, еще одного, и еще одного. О, приблизился сам, молодец. Отлично, счет пока что 1-0. Ну что ж, благодаря своим сюрикенам я побеждаю, и давайте посмотрим еще раз, что у нас получится сделать на данный момент. Вот так вот наносим урон, и теперь сюрикен. Молодец, приблизился, и получай еще немного урона. И еще один сюрикен, чтобы отдалить себя. Ух ты, вот это да, он тоже меня сюрикеном бросил, но ничего страшного, мы его хватаем. А дальше с разворота не получилось. Так, надо приблизиться к нему. Победа. Счет 2-0. Практически перфект, если сказать так, потому что он отнял у нас очень мало здоровья. 461 тысячу монет я получаю. Блин, это классный результат, ребят. Я и не думал, что у меня так получится все сделать. Но, как вы видите, все получилось. Мы были на охоте, когда увидели ее. Все стояли как громом пораженные. Когда я пришел в себя, руки мои были в крови, а мои братья были мертвы. Все эти мужчины сражаются за благосклонность Давы, но не по своей воле. Они заколдованы, потому и атакуют нас. Вот и Проныра сходит с ума. Сенсей, как у вас получилось сохранить рассудок? Я чувствую ее влияние, но концентрация и воля позволяют мне противостоять ее чарам. Что ж, это, конечно, круто. Мы разблокировали дуэли, но дальше, конечно, проходить телохранителя не получится, потому что он, к сожалению, на невозможном. Но зато у нас есть классное оружие, которое мы выиграли, и это очень круто, потому что я и не думал, что эта серия будет настолько классной. Что ж, что у нас дальше? Получается, по оружию, это не то оружие, которое у меня на данный момент. Вот оно, 160 тысяч. Прокачиваем его и прокачиваем, конечно, броню. Шлем я приобрету чуть позднее. Что ж, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.